Список того, что необходимо частному одинцовскому приюту, можно найти в социальных сетях. Например, мы сегодня привезли крупы, гречку, рис и овсянку. В приюте ждут своего человека, больше 100 собак. Разного возраста, окраса и размера. В вольере Барни и Милка. Они вместе уже много лет. За это их даже прозвали «сладкая парочка». Несмотря на такие внушительные размеры, да, они очень ласковые, доброжелательные, очень любят и взрослых, и детей. Барни и Милка – собаки взрослые. Они здоровы, привиты и ждут своих хозяев, как и их соседи напротив. Судьбы животных похожи. Щенков Ганса, Эльзу и Олафа просто выбросили за ненадобностью. Тогда им было по 1,5 месяца. Их выбросили в картонной коробке на поле, недалеко там от поселка жилого. Вот. Щенули очень контактные, да, доброжелательные, уже ходят на прогулку, ну, с прививками, конечно, да. Вот, поэтому очень надеемся, конечно, что они обретут свой дом. Практика показывает, щенкам легче найти дом. Сейчас их в приюте 6. Они только начали привыкать к прогулкам на поводке, но из-за введения режима повышенной готовности посещения прекратились. Собачки, конечно, скучают без длительных прогулок, да, им всегда это очень нравилось, да, но ничего не поделаешь. Аппетиту хвостатых можно позавидовать. В месяц они съедают 800-900 килограммов крупы. В кашу им добавляют мясные консервы. Питание для животных раньше активно привозили посетители. Впрочем, передать продукты для собак можно и сейчас, не нарушая режима повышенной готовности. Человек может просто оставить или там передать с кем-то из волонтеров. Да. Вот у нас вся информация, да, на наших страничках, в соцсетях, да, на сайте. Да. Поэтому будем очень благодарны, признательны, да, за помощь для животных. Крупы, баночные, сухие корма приюту нужны всегда. Сейчас животные также будут благодарны за большие миски для воды и средства для обработки от клещей. Подробная информация о том, как и чем можно помочь частному одинцовскому приюту, размещена на его страничках в социальных сетях. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».